Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Брэд Кункл родился в 1978 году в Пенсильвании. Имеет степень бакалавра. После аншлага на своей дебютной персональной выставке в Нью-Йорке в ночь открытия в 2010 году стал всемирно известен благодаря уникальному использованию золотых и серебряных листов в современной живописи маслом. В работе используют масляные краски, однако картины пишет не на холсте, а на прессованной древесине. Его темы исследуют отказом от догм, унаследованных от предыдущих поколений, интуицию и силу женских энергий, как руководство для поиска просветления в симбиозе с миром природы. Я цитирую данные с его сайта. Его работы находятся в частных коллекциях по всему миру, в постоянной коллекции музея Нью-Салема и в цифровой капсуле времени на Луне в рамках Лунного кодекса в партнерстве с программой НАСА «Артемида». Его произведения поразительно великолепны. Его техника, которую он виртуозно применяет, подчеркивает выразительность среды. Любимая тема – портреты девушек на фоне диких, хаотичных мозаик. Мазками, крошечными фрагментами листьев выполняются реальные образы, рисуя поверх этих листьев, варьируя их отражательную способность, он создает графические узоры на мерцающей земле. Ну вот все, что мне удалось найти о художнике Брэд Кункл. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.